В баскетбольном центре «Химок» собрались тысячи фанатов бокса. Болельщики более 7 часов с замиранием сердца смотрели на бои как молодых боксеров, так и звезд спорта. Ну а главным событием вечера стал отборочный бой за титул чемпиона мира. В нем сошлись российские боксеры Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов. Спортсмены провели на ринге 12 раундов. В результате Романов одержал победу. Сегодня такой знаменательный день. Сразу два крутейших события. Конечно же, это Дмитрий Russian Hammer Кудряшов и Романов. А второе главное событие – это Василий Баста и Газ Файт представляет свой первый промоушен-бой. Это историческое событие. Это круто. Бой Кудряшова и Романова впервые прошел в новой весовой категории Бриджит Уэйт. Ее учредил Всемирный боксерский совет в честь 6-летнего мальчика Бриджера Уокера, который спас сестру от нападения собаки. Пес сбежал от хозяина и напал на детей. Бриджер закрыл телом сестру и принял удар на себя. Собака вцепилась в лицо мальчика, в результате ребенок получил множественные раны. На лицо Бриджера врачи наложили 90 швов. За смелый поступок мальчика наградили званием почетного чемпиона ВБС. Я обожаю бокс вообще! И буду болеть за Кудряшова обязательно. Это же наша русская кувалда. За него надо болеть, чтобы он сегодня победил. Боксерский турнир посетил и глава городского округа Дмитрий Волошин. Вместе с другими химчанами он болел за любимых спортсменов. Кроме событий на ринге, зрители смогли увидеть и масштабную шоу-программу. На сцену вышли Баста, Нурлан Сабуров, Ти-Фест, Матранг и другие артисты. Александр Гузаев, Алексей Сыченко. Новости Химки ТВ.